Друзья, всем привет, с вами Санек. Такое короткое видео по очередной доработке токарного станка для облегчения своего же труда. Приходится мне сверлить крупнокалиберными сверлами, вот ступицы насквозь, где-то больше 100 миллиметров, где-то 115 надо сверлануть. Ладно, была бы это разовая операция, но так как уже все на потоке стоит, надо изготовить еще порядка 20. Хочу переделать штурвал, сделать его побольше, точнее я уже сделал, сейчас покажу как. Дабы увеличить сам рычаг, иначе тяжело сверлить вот таким калибром и на такое расстояние. Просто его увеличить, при этом не меняя ничего здесь, даже не снимая его. Сейчас покажу. Вот оно, простейшее, друзья, решение. Это диск тормозной, вазовский. Девяточный, вот, восьмерочный, короче, переднеприводного авто. Выровнял, была выработка, выровнял его здесь, с этой стороны углубился вовнутрь по размеру самого штурвала. Вот здесь я даже не мерил, визуально на глаз, главное, чтобы диаметр мне был тот, что нужно. Ну и фасочку снял, так вроде как на нет. И засверлился. Здесь просверлены две восьмерочки. Под эти две восьмерочки они попадают. Ничего здесь больше не делал. Сейчас снимаю ручку и привинчиваю его сюда двумя винтами. Монтаж занимает секунд 20, по большому счету, 30. Также же и вернуть все на место. При этом сам штурвал с задней бабки не снимается. Тут самое такое, что вот, ручку снять, наверное, дольше всего отвинтить. Дальше уже вымазал, только покрасил, уже вымазал. Ну ладно, еще не раз вымажется. И дальше одеваем его сюда. Вот она зашел в этот вот паз, так сказать, по размеру. Он сам висит, сам себя центрует, друзья. Ну теперь попасть по отверстиям там. Вот такие шестигранички. Так, наживить. Ну вот и все. Почему диск? Чтобы отодвинуть от рычага фиксации. При этом он абсолютно никак не мешал. Ну и установить ручку куда удобно. Здесь, если будет видно, три в ряд. Ну не знаю, так захотелось мне. Один вверх, один посерединке и один ближе вот к самому-самому. То есть увеличить рычаг, да? Вот и все. И там, где мне нравится. Нравится здесь, пускай стоит здесь. Нравится здесь, будет стоять здесь. Все. Стало, друзья, гораздо легче сверлиться. Вот. Из-за увеличения рычага. Мне нравится, я не знаю, кому как. Но по мне, мега полезная штука. Вернуть все на место
также не составляет никакого, друзья, труда. Отвинтите ручку. Два болта. И привинтить ручку на место. Все. Все то же самое работает. Вот такая вот доработочка, друзья. Не знаю. Понравилось? Оценивайте, комментируйте. Посмотрим, что вы думаете по этому поводу.